Всем ни бага, ни лага, дорогие зрители и подписчики канала Скива Experience Game. Всем привет. Вульфирин Гейм. Здравствуйте, да. Иван Микоряк. Да, правильно? Вообще. Правильно же сказал, да? Все правильно сказал. И Жека Дрожа. Нет, ошибся, фу. Да, я тебя всего лишь пипеткой обозвал, так что не парься. Эй. Вот. Я ж подавился. Мы продолжаем играть в Террарию, ребят. Это тебе за пипетку. Как неудивительно. За пипетку. Да. За пипетку ответишь такой. И что у нас на повестке дня? Чем мы сегодня займемся, ребят? Лаги. Будем заниматься лаками. А я так. Это обычная тема. Скиф, понимаешь, теперь лагает так, что вообще ой-ой-ой, фу-фу-фу. Ой-ой-ой. Ну, я тут не при делах. Давайте вызовем босса и проверим, у кого это же лагает. Все, давайте, давайте. Ладно, понимаете, у нас Женя по очереди лагает, ребят. Ну, Женя-то у меня. Просто у меня ничего не лагает. Аналогичная ситуация. А что это за яйцо в небе? Это моё нетро. Твоё яйцо? Это пиратово яйцо, ребят, в небе. Не трожь, это мой домик. Пиратовое яйцо? Да. Там и разбиваешь, а там попугайчик сидит. Киндер-сюрпрайз. Да. Сюрприз, мазафак. Я сегодня скушал несколько киндеров, и мне попался велик в киндере. Я в пиратовом яйце. Настоящий велик, большой, прям в киндер-сюрпризе. Собери. Нет, там часть, это там катафото было, да, вот это... Собери сам, называется. Ребят, вы кто-нибудь вообще двигаетесь, нет? Да, я висю. Да, двигается. А Жека хожу, двигается. Жека летает, Жека на стены что-то там. А что мы делаем, ребят? Я умираю, все нормально. Вы исследуете мои яйца. Я побывал в пиратовом яйце. Воу, это было резко и очень быстро. Наша работа. Сейчас Жека у тебя будет лагать. Периодично, да. И эстафету передаете. Падаю, убьюсь! У меня проблема в том, что я так и не понял, где мне сделать мешочек бесконечный мушкетный, так патронов. Нам нужен маг, то есть его нужно переселить домой. А где маг находится вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В аду. Три, четыре, пять, шесть. Вообще-то мага мы нашли. А, маг, вон, ну этой. Это же маг вот этот вот, доктор. Нет, это краски. The Witch Doctor, не? Нет. Нет, не тот маг. Короче, мага Жека нашел в прошлой. Маг вообще знаешь где, короче, знаете где он, ребят? Да. А, вижу, все. Так, короче, я туда пробегусь. Раз. Нам надо его переселить около дома, до хрена побежать. У нас 2, 3, 4, 5, 6. Раз, у нас какая 2, 3, самая крутая 4, руда? 5. Адамантивая. Адамантивая. Мифрил? Ну мифрил мы собирали. Мне мифрил чуть-чуть вообще совсем. Ну я тебе 4 слитка давал. А как, кстати, это пиромеханика? Кто-то знает, как их звать? Пиромеханика? Да. Что это? Кто это? Раз, два. Это короче, такая девушка и шляпой. Ну, типа стимпанк и т.д. и т.п. А-а-а, нет. Вот ее мне нужно. Чем? Она тебя не хочет. Один, два, три. Это мы уже у нее спросим. What the fuck? Один, два. Пока, ребят. Четыре, пять, шесть. Пойдите кто-нибудь, посмотрите на карту, где я. Кто я? Где? Жека, это где ты? А что там делаешь? Я падаю. Я бесконечно падаю, ребят. Это лаги. У нас налево нет куска карты. Я просто падаю. Походу, короче, накрылось. Я лечу. Видите, что я падаю, да? Не надо было русификаторы ставить, получилось. Это не я, ты у тебя ж мир. Да а ты-то ставил. О, Жека. Жека там летает, ребят. Прикинь, я сейчас оказался в воде. В пещере. Пацан к успеху идет вообще. В пещере, Виталя. И я сюда как попал вообще? Может, ты что-то гриб съел? И понесу Жека. Не, ну, вот вы это увидите. Я просто провалился сквозь землю, пролетел полмира, почти до ада долетел. Вот я на уровне с Виталием сейчас. На том же уровне. Я сам сюда спустился уже.
Это же магия. Я этого грибу не ел. What the fuck? Жека суперспособность имеет. О, Жека, какого хрен ты сюда пришел? Мне там одному скучно. А, решил ко мне, значит, да? Да, поделись ты лагами своими. Что-то тут и они к тебе еще не раз вернутся. Вернуться. И тогда наверняка... Нет, меня убивают опять. No. Что хотя бы... Оу, что-то тут вообще не то. Оу, товарищи, Жек, тебе там червяк летит, большой такой. Какой-то странный круг у меня получился. Это он по мою душеньку. Автомат так стреляет, реально. Ой, гробик чей-то. Тут кто-то был. Тут кто-то умер. Здесь были люди. О, вот так вот. Ура! Здесь было. Еще одно яйцо готово. Чего вообще не дамажит? А пока пират занимается своими яйцами, мы копаем. Kinder surprise, мазафака. Да долбаная летучая мышь, ну что ж ты так жестоко? А вот он, ну вот она ваша жадность. Не будем отдав мифрилу броню делать. А я делаю, я ищу мифрил. О, я нашел динамит. Давай, взрывай. Я хочу магическую мифриловую пока что. Он исчез? Мифрил. Он исчез. What the fuck? А где у меня весь мифрил? Самое интересное, я сейчас добываю руду, а она мне не падает. Мне тоже, Женя. Поздравляю. Мы братья. И вода не течет. И собака не чешется. Скиф, короче, говно у тебя комп. Да. Потратил хреновую тучу бабла куда? Лучше б, я не знаю, отдал бедным. Да, не хочу вас, наверное, расстроивать потом. Но... Оу. Да, Жень. А где мифрил? Я что-то не вижу, где мифрил? Он там, где ты его добывал, наверное, остался. Наверное, да, ты прав. Потому что мне сейчас 63 куска выпало. Так, все, я иду к вам. Че вы там делаете? Нет, не смей. Там мифрил. Нет, не смей, ты не имеешь правов таких. Кто? Ты. Почему? О, я пауков нашел. Пауков? О, кстати, пират уже надо, сейчас бить пауков мы будем. Фэз. Кому Фэз? Феску? Я до этого момента думал, что в Don't Starve ущербная система вот эта с серверами. Я так никогда не ошибался, да? Но в Террарии превзошли. Где пауки? Я иду. Там где я? Ну тут нет пауков, тут куча этого. Как он там называется? Помогите! Что с тобой? Насилуют, грабят, убивают. Ага, вот где пауки могут быть. Я нашел тебя себе. Какой-то маньяк, не определившийся месяц. Да. Это маньяк-грабитель, он еще сам не знает. Грабить, насиловать Виталию. Посмотрит сзади, вроде можно и насиловать. Спереди, мне лучше грабить. Ну спасибо, Женя, ну спасибо, ты длинный волосавик. Это мои ночные страхи, Виталий. Твои? Да. Вот так вот. Да. Пират, я по-стандартному не буду отвлекаться от нашего ритуала. Я спрошу, зачем? Да, вот я хотел сказать. Спроси, зачем? Зачем? О, платину мор. Откуда? Подожди, Жек, мы только что платину. А ну-ка, спроси меня. Зачем? Да меня паук убил, блин. Депортировали мы мерчанта. Депортировали пацанов, короче, ребят. Да. Кого, куда депортировали? Паук, говоришь, убил? Нет, там паук. Паук! Мерчант это маг? Не? Не, мерчант это путешественник, который может приходить мерчинант. И продавать нам всякую фигню. О, мерчендайзер? Да, мерчендайзер этот скиф. Да. Гипервайзер. Он придет и все у нас в доме расставит. Надо дом построить, блин. Я, короче, ребят, займусь стройкой дома. Я строил. Но, блин, никто не строил, и я пошел в пещеру. И тут Жека решает идти строить. Вдруг, Эти яйца ты строил, получается, да? Да, это будет, короче, супер комплекс новый. Потом увидите.
Короче, это только начало. Сиди мага давай куда-нибудь там, а? Кто меня бьет? Женя сидит такую палочку в пирата такая. Тык-тык-тык. О, что? Пират, ты кабельный. Кабельный. Вообще-то меня дома даже нет. Кабельный я пауков иду убил, иду фармить. Он я идет пытался... фармить. Кто со мной на пауков? Этого достаточно. Мне сейчас больше волнует, почему на меня так летучие мыши агрятся. This house is missing a chair. Нету стульчика. Точняк. Нет, летучая мышь, не делай этого, не лезь ко мне. Она розовая. И у нее 400 хп. 400, ребят, у летучей мыши хп. Я не знаю, где ты нашел розовых толстых летучих мышей. Никто не говорил про ее весовую категорию. Ну, 400 хп. Хп. Второй раз! Что здесь происходит? Второй раз на том же месте. Я убился. Там убился. Два раза на одни грабли. Поделись улыбкой своей. Игробляк тебе еще раз не вернется. Кто? Игробляк тебе еще разок вернется. Да. И тогда, наверняка мы запляшем. Рифмы станут получше. Рифма не будет никогда. Да, рифмы никогда не будет. Не будет. Время, кстати, кто-нибудь засек, нет? Я засек. Женя, засекатель времени, храни. Засекунь. 2015 год от Рождества Христова. А иногда, ребят, я засекаю. Это, знаете, сижу такой, сижу и так вдруг засек. Я не засекаю, да? Эти мобы наносят дофигища урона. 100 урона, 100, 100. Твою мать. Ура, у нас есть маг. У меня будет пуля. Пуля. 8, 7, 6, 5, 4. Чтоб быстрее закончиться, я пили жизнь. Нет, нет, нет. А сейчас вы, ребят, слышите крики, как Стив дрожает, ёжик. Виталя, какого хрена ты на моей кровати заспавнился? То я? Не знаю. Это уже тоже вопрос, Женя. Чё вы делали? Чёрт. Виталя? Чё ты делал у него в кровати? Чё ты у меня в кровати делал-то? Чё ты забыл-то, маньяк? Жень, тогда протри потом, а? Во-во, то там сжечь только останется, Виталий. Там протереть уже нифига не поможет. Протри чуток, а, Жень, я чуть-чуть нашкодил. Сосрал мне всю кровать. Где там шар, этот, который там, шары где-то там? Вот, идем, по шары погоняем. Да я нихрена не вижу, я не вижу, как ты ходишь, Жень. О, поставил. Я поставил. А куда его, просто в инвентарь, что ли? Наверное. Я сейчас сойду с ума, ребят. Я умираю на одном и том же месте каждый раз, когда пытаюсь спуститься в эту долбаную пещеру. Каждый раз. А почему каждый так? Раз. Все, у меня бесконечные пули. Ничему не учат, да? Нет, прикольно. Просто там смертельная фигня непонятная. Смертельная фигня, йоу. Двоеточие, непонятная. У меня тут смертельная херня непонятная летает в виде мухи. Задолбало уже. Что это? Кто на балалайке играет? Виталя, арфистка, блин. Ну, Жек, какого фига? Где шар? Покажи, вон. Пока не лагаем, где? Вон сверху. Ребят, специально для вас я помру еще несколько раз. Special for you. Жги! Даю добро, пират. Ой. Так, за вот этот и вот этот вроде, да? Где моя мышка? Блин, а как нам делать щит? Я потерял мышку. Он. Это, походу, будет одна из самых упоротых серий. Нормально. Нормально. О, нашел обсидиановый этот. Щит. Обсидиановый щит. Нормалек. Movement speed plus 3. Обсидиановое дерьмо? Ура, сделай ура, себе, у тебя показано будет, что у тебя один патрон, а на деле у тебя она бесконечная. Подожди, стой, а из каких патронов надо делать? Из обычных? Я из обычных делал. А, блин, сделайте и мне. Сделайте и мне, знаешь, сколько я бабла потратил? Ой. Сколько, я тебе дам. Мне о, нет. А чё у нас он там вверху лазит? Он тебе в рабство отдаст. Там этот, маг. А, чё, где там? Это где? Вон там маг сверху. У нас тут чё такое? Ёпта.
Я даже не знал, что тут пиратская постройка тут. Это пиратизационированная, да? Самозахват. Он же пират, ребят, ну что. Ну ё-моё, пауки! Я наношу один урона паукам. Один. Может, это данжевые пауки, хранители пауков? Может, го со мной кто-то. Покажите, как надо их убивать. Типа, одному тебе умирать надоело, мой полайда толпой? Не знаю, я падаю, где твои пауки, я не знаю. Мне 20 урона спокойно. Они вообще тут недалеко, буквально. А, кстати, я сейчас падаю просто в пространстве. А у меня опять лаг? Да, опять лаг, я просто падаю. Воу, мимо меня руда пролетает, паутина. Жесть. И жизнь. Мне кажется, или Жека это начал, короче, терять свою, как это называется, материальную сущность. В общем, он становится драштериальную. Драженную. Задроженную. Скиф. Комп говно. Меняй обратно. На калькулятор. Да, на ты, да. На калькуляторе хотя бы не лагало, честно. И интернет заведите нормальный, будет да, честно. Да. А вот купи, а ты купи. У меня не лагает, меня убивают. Вот что. О, скиф пролетел. Видите, пролетать мимо, пролетайте. Доктор Соник, помоги мне. Я ничего не знаю, я лечу. Скиф, вы ваш, что ли? Я не знаю. Вот, по один урона. По один урона должен он пауку. Пират, а ты где Йома-сан? У него какие-то счеты с пауками, понимаешь? А! Ой, это было. По один урона. Какого фига? Как так? Где ты там? Fuck you, Спилберг. Ну да, у них вот 700 хп у пауков. 560! 560 у викингов! У пауков 700 хп, Виталя. Оу, щит, мазафака. Я убил одного. О, он менял паутинку! Что? What the fuck? What the fuck? Я впервые вижу, что паук менял паутинку, замотал, и я не мог двигаться. Лол. Это что-то как-то стрёмно. Это тебе тут не там. Блин, с этой террарией что-то не так. Честное слово. Она какая-то неправильная, да? У нас, походу, уникальная террария. Кальная. Куда рвемся, с кем? Не знаю. Я ищу мифрил. Я ищу мифрил. Всегда готов. Замифрилить несколько котов. А что у мага надо купить, чтобы бесконечные пули? Ничего, ко мне в дом иди, там увидишь... О, сердце. Ко мне в дом иди, там увидишь большой шар на втором этаже. Большие шары тоже. У меня есть свои. Ай, скиф. Женя, это странно. Давай спаси, я бегу. Недалеко, правда. Ты у меня стоишь на месте и дырдыришь. Чё? Чё это значит? Дыр, как это еще называется? Что это было? Что это было? Что за звук? Это больно! Меня пугает, ребята. Миг никогда отстанет. Ребят, хорош дырдырить друг друга, а? Скиф, ты дырдыришь паука! Я уже дома. Воу! Даже не помогает. Тебя червь дырдырил? Меня отдырдырил червь. По самой это главной. Только мини-акула так мало урона наносит. Другие пушки наносят нормально. Но у меня 10-8. Каре бить мини-акулой всех. Так хорош мини-акулу, реально, там же другие пушки есть всякие. Ой-ой-ой. Ой, какие лаги. Ой, как червь! Ты чё? Сейчас он меня отдырдырит, походу. Надо зарядить. Чё за червь-дырдырщик? Такой вот. Ты не слышал легенду про червя-дырдырщика? Он ходит по ночам и дырдырит тебя. Ой. Чё-то как-то да, это как-то... О, кстати, тут из... А, вот, из пауков тебе вот эти надо, да? Спайдер-фанк. Фэнк. Наверное. Где дриады? Я сейчас нахуй грядки делаю, у нас даже трава не растёт. Как вам же живём? После меня хоть трава не расти. Где найдем, ладно, траву, там?
Пошел дырдырить пауков. Нечего. О, нифига, тут Black. А, постойте, это одно и то же? Да. Fuck you, нига! Нифига тут пауков! Не... What the fuck? Я отсюда никуда не выйду. Ой, хардмодный! Жека, сюда можешь не идти, тут тебя тупо сразу сожрут. Fuck you, spoiler. Ребята, помогите тут мне. Тут примерно 10-12 пауков. Ну вот я в рядом с тобой же. Спилберг. Вот они рядом со мной, ты не рядом со мной. Ну вот я тебя вижу. А посмотри вниз под меня. Да я знаю, там. знаю. Ты не рядом. Я же прорываюсь жаль, туда. Просто. Ты совсем не рядом со мной. Так, какой-то конфигурацию нашел. Я же пришел тебе помочь. Работаем. Пацаны! Импы глупые на самом деле. Слаймы! Твою мать, летучие мыши слаймы! Господи, что творится? Убегай, Жека! Я хочу жить. А всё. Знаешь, что я сделаю? Я попытаюсь тут сделать дырочку так, и стрелять. Женя, телепортируйся ко мне, телепортируйся. Что давай, это давай. Было? Да не, мы пауков убиваем. Ау! Где там? Я кружку уронил. Он телепортнулся. Помочь что ли вам? О, нормально. Я даже поднимаю лут из них. Помогу-ка я пацанам. Валар Маргулис? Валар Таргулис. Базар Таргулис. Сколько интересно надо вот этих штуковин. Там 24 на посох я посмотрел. 20 на штаны вроде. Там, кстати, два разных посоха, если я не ошибаюсь. Ну, вроде да. Один типа там матку призывает, другой призывает эту. Мамку призывает. Ладно, я не буду шутить. Один мамку призывает. Ну зато пошутил, да, Жень? Не, я хотел по-другому пошутил. Я более, так сказать, цензурную версию выдал. Мне что-то не то послышалось. Мамку призыватель Евгений. Я призову твою мамку. Кто это было? Вашу мать. Давайте не превращать в толпу. Так, пират, я выбросил, лови. И к тебе летит. Оп. Вот, упало. Пацаны! Словил головой. Я телепортировался к вам нечаянно. У меня есть 20 уже, прикольно. Женя, живи. Это чё вы там? Нифига их там. Тут лёг. Убивай, пацаны. Спускайся, пират. Так я забрать. Подожди, не исчезну же. И приманить новых. Подожди. Там сзади что-то хотят. Эй, Виталий, зачем это не ты очень хорошо. Не надо, Виталий, да, не кидай. Хорошо. А то они так удачненько. Блин, мне бы какое-то оружие. Моя мини-акула вообще не дамажит. Ну, давай я тебе пуколку автоматик отдам. Да, отдай ему автоматик, потому что он вообще ничего не сможет сделать. А твои эти импы что ничего. Женя, к нам сзади заходят. Импа тоже не очень круто. Идет. Я кому-то кинул, не знаю кому. Не кинул. Ой, меня паук паутин! Паути! Ну. О, и меня. Жека забрал золото такое. Какое золото? Модный. Вообще. Уходи, там много пауков за тобой гонит. И крест такой улетел. Ой, золото полетело. Слушайте, иди сюда, пират, у меня 22 штуки этих есть. Ну, иди, сделай себе что-нибудь уже. Иди, пират, сюда, иди, куда ты убежал? Ну, пират, ну ёп... Я в середине дома, по центру. У кого-нибудь, блин, крут, семена есть где-нибудь? Наверное, нет. У меня есть. Доктор Соник, ты вообще семена какие-нибудь есть? У меня нет. Семки есть, чё? Кому сердце нужно? Так там в сундуке смотрел на первом этаже? Ну, в сундуке смотрю, там ничего особо, я уж посадил. У меня есть сундуки, у меня в моем этом, в ледяном убежище, посмотри там. Да. Ледяном убежище? Стой, Виталя. Чё за супермен нашелся? Ледяной убежище.
Убежище. Убежище, убежище, убежище. Мне кто-то скинул? Нет. Я Life Crystal кому-то скинул. Иди сюда, мне дайте Life Crystal, ребят. Я скинул тебе вроде бы, вот он сейчас валяется вон сверху. Где? Вот возле скива. Да, я не вижу где скив, у меня все залагало, у меня никто не ходит. Вот он за тобой, за тобой Life Crystal гоняется. И патроны. Я что-то хотел. А, я хотел сделать. Да, я понял. Виталий, у тебя между ног два шарика болтаются. Знаю. Queen Spider и Spider. Я говорю сейчас про пули. Знаю. Уважаемый знак. А чё лучше? Знаю. Королева или обычные паучки? Ну там надо смотреть, по-моему, королева лучше. Королева — это стационарная пушка. Нет. Да? Чё? А ну-ка. Я тут стою, я на одном месте уже 5 минут стою. Так, гидра. О, спасибо. Разве? А, я беру оба. Я буду мажором и возьму себе оба. Бери, тебе надо оба. Обои. Потому что одна турелька, другая. Так, ну я уже небольшие грядки развел, нам надо больше семян. Так я там внизу же вроде как делал грядку, нет? Пират, тебе хватило? Где, в каком месте? Мне на оба посоха хватило, а на броню еще нет. Тип, а пошли. Внизу посмотреть, вот здесь не судьба? Пошли. Где грядка? Иду. Господи, что у тебя там за темень такая? Саня, что просли? Какой росли? Что за староверы тут нашлись? В обновлении 1.3 не надо никуда. Не разбейся. Все тупо растет в этом фигне. А мы туда идем? Мы не туда куда-то идем. Посадил 3 зачахлых горшочка в темноте. Я просто вылезаю. А вот Дима умерли. Теперь налево. Это лычка. Это долетели называет. Просто здесь, наверное, нет? Кип, хочешь, я тебе сыграю? Да, вот здесь, пират, ты куда? Ты не туда улетел. Боже, мне наушники кровью. Я уже там. Сливает просто. У меня ты падаешь вниз. Я уже там, Жека. У меня ты падаешь вниз к аду. Так, Жека, давай. А у меня ты стоишь просто. Перезайдем, может быть, тебе это как-то поможет. Да мне тоже бы, кстати, надо как-то, а то вообще кошмар. Ну еще минуты две есть. Да нет, все уже. Я. Подождите, давайте дайте выбить. Ну тогда огромнейшее спасибо всем, кто был сегодня с нами в лагучей террарии. Подписывайтесь на наши нелагучие каналы на нелагучем ютубе. Да, ютуб-то нелагучий, конечно, рассказывай. И ставьте свои нелагучие лайки. Всем покедова, ребят. Бай-бай, ребят. Пока. Так, сейчас я скажу. Я сейчас выйду, ребят, через интернет что-то.